Она смогла бы усилить достаточное количество тех же ракет, тех же атакамсов или для хаймерсов тех же М-26. Это кассетные, тоже кассетные боеприпасы, неуправляемые реактивные снаряды с дальностью 30-45 километров. То есть они бы нас так реально усилили, и мы бы выполнили задачу выхода на Токмак в короткое время. И вот в зависимости от поставленной техники и боеприпасов, номенклатуры боеприпасов, будет зависеть скорость нашего движения. Дело не в пологах и Васильевке, задача все-таки основная движение на юг, это пересечение сухопутного коридора. Если мы не будем двигаться в сторону Токмака, то не было смысла тогда вообще начинать это движение. Ну, так как не выполняется стратегическая задача, раз она не выполняется, то нет смысла тогда двигаться ни на Васильевку и ни на пологи в том числе. Потому, я думаю, основное направление движения будет все-таки на Токмак, техническими, тактическими вопросами укрепления флангов. Но контроль уже либо с помощью контактных боев и контактный контроль той же железной дороги на Токмак с Черниговки, или контроль, допустим, с помощью артиллерии сухопутных коридоров с того же Бердянска на Токмак и с Бердянска на Мелитополь. Но для этого надо, для того, чтобы достать артиллерии до этих двух дорог, нам надо подойти к железной дороге. Потому, я думаю, дело не в Токмаке, а дело в выходе на вот эту железную дорогу, которая идет к Токмаку с Черниговки. А это расстояние около 17 километров на юг. И вот как и с какой скоростью мы будем это расстояние проходить, зависит и дальнейшие наши действия.